Канал Аль-Итисам представляет. Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Дорогие мусульмане, давайте послушаем часть из выступлений муфтията Дагестана, конференции маджлисов алимов Дагестана. Иза саалта фасалиллях, ва иза стаанта фастаин биллях. Полу ваххабисты и ваххабисты говорят же, просить помощи людей нельзя. Говорят же они так. И если будешь просить, ты в ширк попадешь. Один полу ваххабист 11:30 ночи мне звонит. Звонит и говорит, в сепараторном заводе, ну, районе, там, говорит, спецоперация делают. А эти люди, которые внутри комнаты находятся, готовы сдаться. Помоги, говорит им. Представляете? Каждый человек. Человека же просить нельзя. Когда им нужно, можно просить. Вот так они вас обманывают, уважаемые молодежь. Когда они подсказывают такие вещи, я говорю, у вас же голова есть, думайте. В этом ролике, который муфти выступил, вот это, именно вот эта часть обрезка делают в всех пабликах муфтиятовских, и их муридов гуляют, якобы Америка открыла наш муфтият. Никто такой выдумать не может и не смог. Оказывается, наш муфти ответил всем ваххабистам и полуваххабистам. До сих пор они не могут даже рассказать, кто такие ваххабисты. А сейчас еще один новый человек появился, полуваххабист. Не знаю, кто это полуваххабист у них. Полуваххабист, 12:30 ночи, полночь позвонил к нему кто-то, не знаю, и помощь попросил у муфтията. И там сидят, это маджлисе. Ученые муфтиятовские, если там большие ученые муфтиятовские, как, якобы. И также другие ученые Дагестана сидят. Он им спрашивает. Они же говорят, у людей просить нельзя. Так же говорят. Все молчат. И никто ему не отвечает. Потом выдумывает какую-то сказку. Может, выдумка, может, кто-то попросил помощи, Аллаху алям. Братья-мусульмане, именно такими наговорами могут они удерживать людей, эти полуумные люди. В мире ни один человек нету из Ахлю Сунна валь Джамаа, который они называют ваххабистами, или же полуваххабистами, как он говорит, который говорит, нельзя то, что человек может делать, попросить у него помощи, как у него попросили. У него попросили за то, что он является слугой этих тагутов. Если он попросит у них, взаимную помощь от них тоже он получит. Из этого его попросили, может быть, Аллаху алям. И также человек попросит, например, что-то дал, или попросит за меня заступничать, чтобы был заступником у кого-то, шафа'а делать. Этом дунья, например, как они часто приводят, у секретаря помощь попросить, чтобы его хозяин какой-то что-то передать. Или же в любом сказать, дай эту книгу, дай эту тетрадь. Это никто не запрещает. Кого вы дураками держите, которые ваших слушателей? Если действительно это вещи, они верят, то, что вы говорите, действительно, они не полуумные, а вообще, вообще они дураки. Как можно такую чушь верить, что говорят, нельзя у людей просить? Никто так не говорит. И муфтияту, и их подчиненным, и все институты ДИУ, и кто это в пабликах это делят. Ищите все книги, как вы называете, полуваххабистов и ваххабистов, что у людей ничего просить нельзя. Кто из них говорит? Хоть одного дайте, не говорим, десятки, двадцатки, которые вы причислите. Говорят же, кто говорит? И все вы молчите там. Никто в мире это не говорит. Наоборот, разделяем. Если даже помощь попросить, если раз делать то, что человек может. Как попросили Муса, алейхиссалам, как Аллах в Коране сказал, сурат Аль-Касас, 15 аят, «Фастагатаху ллази мин шиатихи аля ллази мин адуви». Тот человек, который является из его группы, из его близких, попросил помощь против его врага. И Муса ударил ему. В этом аяте Аллах Субхана подтверждает, что можно попросить помощь. И просили помощь у пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, у пророка Муса, чтобы он помог им. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, указывая многие хадисы, говорит, тот, кто человек будет своим братом-мусульманином, пока он его
дела, докончить с ним вместе, помогать ему, это для меня более милее, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чем в моей мечети месяц итикафе сидит. Элементарные вещи, как муфти говорит, 2×2=4, это такое вещь, это ислам. Никто это не отрицает. Просто вы думаете, этими словами вы хотите прикрывать свой ширк. Мы говорим, нельзя просить, хоть он будет человек живой или мертвый, разницы нет, нельзя просить этого человека, чтобы он те вещи, которые не может этот человек делать, чтобы он ваши грехи простил, чтобы он руки держал через сират, когда проходит. Как это Саид Афанди делает возле этой решетки, кладбище сидит и плачет, просит у мертвых людей. Помоги нам. И так же, как Астрахани возле могилы Махмуда Афанди сидит и читает назму и просит прямо у него. Те вещи, которые нельзя просить, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Вот эти нельзя просить ни у кого. А у вас, у Аллаха просить нельзя. Все надо просить у этих созданий. Интернете сколько роликов есть, которые вы говорите. Какой-то шейх сказал, когда был он на море, так Саид Афанди это рассказывает. Шейх ему сказал, не проси Аллаха прямо, мне проси, когда тебе что-то случится. На море, если будет корабль тонуть или что-то, у меня проси, не у Аллаха. Он просил у Аллаха, он тонул, потом он вспомнил тот случай, что он его, шейх сказал ему, толком не проси. Начал шейха просить, он спасся. Этот. Людей учат ширку, многобожие. Вот это является многобожие, которое мы запрещаем. Никто вам не запрещает, чтобы человек вам помог книгу подать, ручку подать, машину посадить, куда-то город довезти. Кто вам это запрещает? Почему наговариваете? Потому что вы мушрики и ширк делаете, и хотите свой ширк прикрыть вот этими наговорами. Просить у мертвых является ширком. Чтобы они вам дети дали, чтобы они ваши грехи смыли, как вы это делаете в своих хатма, то, что вы делаете хатму, там прямо просят у этих шейхов. Начиная с Абу Бакр, радиаллаху анху, кончая до Саида Афанди, всех у старого напоминаете и просите от них помощи. Это является запретным, это является запрещающим, который у аяты Хурана и хадиса, который запрещает. Из этого братья мусульмане. Вообще, я удивился, как эти люди, даже его делят, можно было этот позорище скрыть, обрезать, выкинуть, чтобы он сказал, чтобы никто не увидел. Наоборот, восхищаются его словам. Слова этого полоумного человека восхищаются полоумные люди. А умный человек, разум, который полноценный есть, сразу скажет, это чушь. Все сидят, молчат. Они же говорят, никто не говорит. Ни полу-вахабист, ни вахабист не говорит. Я не знаю даже, откуда эти термины. Скажите, кто такой вахабист тогда? Субханаллах. Мусульмане. Мы обучаем вас, чтобы вы только просили у Аллаха Субхана ва Тааля прощения, помощи. Все, что от Аллаха Субхана ва Тааля.
А то, что они обучают вас, нельзя у Аллаха просить, как Саид Афанди говорит. Можно, но не получается. Это другой Хасан, который говорит, хоть Аллах говорит, я ближе к вам, чем яремная вена. И пророк говорит, хоть они так говорят, мы не должны Аллаха просить. У нас должен быть посредник. Они вас обучают заблуждению. Они вас обучают ширку. Оставьте это, братья. Тот, кто это делает, покайтесь перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Вернитесь к Аллаху Субханаху ва Тааля. Некоторые скажут, постоянно муфтият обсуждают, у тебя больше делать нечего. Это муфтият люди слушают. Нет, муфтият 100 лет не нужен. Не боюсь. И сердце болит за тех людей, которые его слушают и заблуждает он. Чтобы они не заблудились, я им глаза открываю, объясняю им, какие заблуждения в их словах находятся. И это является одним из лучших джихадов. Ар-радду аля ахли аль-бид'а. Ар-радду аля ахли аль-бид'а. Муджахид, говорят ученые. Из них имам Ахмад. Тот, кто опровергает бид'атчиков, ахлю аль-бид'а, бид'а, который их не бид'а, кто опровергает, он является муджахидом. Тем более, такие бид'а, которые выводят человек из ислама. Ширк, когда говорим, многие не понимают, что означает ширк. Это ширк, это многобожие. Ширк, это куфр. Ширк, это который человек выходит из ислама. Ширк, это если ты делаешь, все твои деяния портится, аннулирует твои деяния. Ширк, это который человек, ширк, который это человека вводит ад на постоянно. Оттуда не выходит человек, мушрик. Из-за этого будьте осторожны. Изучайте свою религию. Оставьте эти полуумных людей, вернитесь к умным людям, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижникам и 4 имамам. Они изучают религию из их уст, а не этих людей, которые, кроме их довода, нет, кроме Малла Насрадин, что-то случилось, кто-то помощь попросил, кто-то сказал, спросите Расула, Варабей, это их религия. Пророк сказал, Аллах сказал, это является религией, как сказал имам Шафии, рахимахуллах, «Ад-дину ма кана фихи кала хаддасана, ва ма сива дзака, васвасу шайатини». Религия это, которая там есть, мне рассказали, тот сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал. Остальные это васвас аш-шайатин, это наушение шайтана, валлаху а'лам, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.